30 сентября в рамках 5-го Бакинского международного гуманитарного форума по реорганизационной поддержке «Азертач» начал работу круглый стол на тему трансформации журналистики в информационную эпоху и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога. На круглом столе, состоящем из 3 панелей, обсуждаются такие вопросы, как формирование альтернативных моделей развития журналистики в информационном обществе, роль современной журналистики в обеспечении межкультурного, межрелигиозного и межцивилизационного диалога, значение виртуальной журналистики в контексте вызовов современного общества, общества и роль социальных сетей. Открывая мероприятие вступительным словом, генеральный директор «Азертач» Аслан Асланов отметил, что этот международный форум, проходящий в стране, объявившей мультикультурализм в нынешний период, когда в мире возрастают конфликты, приоритетом государственной политики можно назвать азербайджанской моделью гуманитарного сотрудничества. Новые вызовы, с которыми столкнулось человечество с учетом глобализирующегося мироустройства, сделали необходимым обсуждение проблем, стоящих перед нами в 21 веке. В этой системе многовекторных изменений медиа и журналистика играют не меньше роль, чем другие механизмы. Не случайно, что в программе нашего форума этой теме посвящен отдельный круглый стол. Круглый стол продолжается первым панельным заседанием на тему формирования альтернативных моделей развития журналистики в информационном обществе. Первенрагим Вашакир Гурманов, Вусал Видадиоглу, Эльмин Лачинов, Азертач.